Добрый день, дорогие друзья, подписчики канала Литерморт. Это канал о живой литературе. Меня зовут Бугаева Надежда Николаевна. Я филолог, литературовед, учитель русского языка, литературы и английского языка. На этом канале мы разбираем живую литературу, литературу прошлого и литературу современности. И сегодня у нас удивительное произведение для разбора. Это роман «Пушкин» автора Юрия Тынянова. Это тот самый Тынянов, который когда-то ввел термин «лирический герой» в литературоведение. В наших ближайших планах, помимо разбора этого одноименного романа, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину, также мы внесли в наш список роман «Смерть Вазир Мухтара», посвященный жизнеописанию Грибоедова. Хочу сказать пару слов, скорее как читатель этого романа, потому что я являюсь поклонницей творчества Тынянова. Я сама недавно, буквально на летних каникулах, впервые прочитала этот роман и спешу поделиться своими впечатлениями. Прежде всего, роман Тынянова «Пушкин» — это смесь документалистики и художественной литературы. Тынянов сам выступает поклонником Пушкина. Этот роман есть результат долгой работы, библиотечных исследований, исследований исторического материала, оставшегося от Пушкина. Этот роман включает в себя биографическую информацию, информацию о родственниках Пушкина, с которыми так или иначе был связан его жизненный путь, где Пушкин жил, с кем он общался, кто так или иначе сближался с ним на разных этапах его жизни. Все это отражено у Тынянова. Важно отметить, что, по сути, роман незаконченный. Как это объяснить? Мы видим три главы. Это детство, лицей и юность. К сожалению, биография Пушкина, описанная у Тынянова, не завершена. На то есть печальное объяснение. Мы знаем, что финальную главу «Юность» Тынянов дописывал, уже будучи в эвакуации в годы Второй мировой войны, прикованный к постели, смертельно больной, без возможности получить материалы из библиотеки, без возможности даже получить собственные записи. Все даты, весь цитатный материал Тынянов брал уже из памяти. Это удивительная работа. Роман «Пушкин» Юрия Тынянова можно назвать как примером документалистики, потому что роман основан на четких биографических данных, на исторических фактах, порою на исторических анекдотах. Исторический анекдот – это определенный жанр, в отличие от мемуаристики, от мемуаров, от исследования переписки. Исторический анекдот основывается на отдельных данных, дошедших до нас из третьих, из четвертых, из пятых уст, посвященных тому или иному знаменитому лицу. Увы, исторический анекдот сложно проверить, тем не менее, это отдельный жанр. Почему этот роман можно также назвать художественным произведением? Юрий Тынянов самостоятельно дописывает портреты всех людей, которые так или иначе были близки Пушкину. Это образ Сергея Львовича, непутевого отца Пушкина. Между прочим, Сергей Львович предстает яркой, выпуклой фигурой в этом романе. Во-первых, он убежден, что поэтом является он, а не его сын, блистательный Александр Пушкин. Более того, Сергей Львович склонен себя считать блистательным, отнюдь не своего сына. Таков и дядюшка Александра Пушкина, Василий Львович, поэт. На тот момент существовало три Пушкина. Сергей, Василий и еще один родственник, тоже Пушкин, который упоминается у Тынянова вскользь. Оба брата, и Сергей, и Василий, поэты. Оба стремятся навлечь на себя как можно звездного блеска, они стремятся к славе. Это люди мелочные, смешные. Их портрет описан не без комизма. Они комичны в своей вычурности, в своей манерности, в своей утонченности, которая выглядит не более чем вульгарность, в своем стремлении ухлестывать за всем французским. Безупречно выписан у Тынянова эпизод с поездкой Василия Львовича, дядюшки поэта Пушкина, в Париж. Василий Львович долгие годы лелеет мечту стать парижанином. Он преклоняется перед всем парижским. Он знает, что как только его нога ступит на Монмартр, это сделает его славу по-настоящему звездной. Вернувшись из Парижа, первым делом дядюшка Василий Львович переименовывает своего повара Власа в Блеза и заказывает своему повару, простому русскому мужику, только французскую еду. Примечательно, что Тынянов избегает жесткой, хлесткой критики в адрес родственников Пушкина, вниманием которых, к сожалению, юный поэт был обделен. Мы видим, что Надежда Осиповна, мать, а это внучка знаменитого арапа Петра Великого,
Ганнибала, которому посвящен незаконченный роман Пушкина «Араб Петра Великого», мать не уделяет юному Александру достаточно времени. Она привыкла быть прекрасной креолкой, привыкла быть любимицей света, смуглой, окруженной тайной, хотя отец и бросил ее. Тем не менее, она кое-как выскочила замуж за Сергея Львовича Пушкина. Нельзя сказать, что этот брак счастливый. Надежде Осиповны не хватает времени на своего сына, на Александра, дичка, как называет его Тынянов, замкнутого, вечно находящегося в своих собственных мыслях, которого прочитанные книги и впечатления от увиденного на улице занимают больше, чем то, что он видит дома. А дома он видит вечно занятую своими туалетами мать, отца, который мечтает скорее ускользнуть из дома, чтобы поиграть в азартные игры. Образ отца Александра Пушкина, Сергея Львовича Пушкина, выписан не без определенной гротескности. Нельзя сказать, что это отрицательный персонаж. У Юрия Тынянова нет отрицательных персонажей. Да, Сергей Львович не слишком-то интересуется воспитанием сына. Да, он мечтает поскорее оказаться в игорном доме или у знаменитой свахи, у которой можно поесть жирных щей и насладиться приятной компанией. Это занимает Сергея Львовича. Он любит читать похабные книжки и сочинять стишки, которые будут модными и вызовут плотоядную улыбку на лицах тех, кто их прочитает. Заниматься воспитанием сына не слишком-то интересная задача. Да и жена его, Надежда Осиповна, как-то располнела в талии. Не так уж интересна ее компания. Сергею Львовичу не хочется тратить слишком много денег на одежду, обувь своего сына Александра. Сойдет и так. Пусть он вырос из своей детской одежки, потерпит. И когда, наконец, Пушкин чудом оказывается среди зачисленных на первый курс Царскосельского лицея, как и многие ребята, вышедшие, казалось бы, из неплохих семей, из дворянских семей, хотя семья Пушкиных это была не титулованная знать, у них не было титула. Тем не менее, Пушкин, так же, как и многие ребята, стыдился тысячу раз штопанных брючек, мундирчика, потому что отцу было важнее заказать мундир себе, чтобы, блистая, пройти по бульвару, заказать бутылку шампанского и всем крикнуть: «Посмотрите, поэт Пушкин пришел выпить шампанского». Во что одет сын, к сожалению, не слишком заботило его. Да, Пушкину приходилось нелегко. Однако в лицее он находит друзей. Это Кюхельбекер, который едва говорит по-русски, но стремится стать драматургом-поэтом, кем он только не стремится стать, с бешеным нравом, сумасшедший, одержимый литературой, гордый, готовый убить любого, кто посмотрит на него не таким глазом. Таков Кюхельбекер, Дельвик, любимец Пушкина, с которым они гуляют, взявшись за руку. Не отец близок Пушкину, не озабоченная своим преждевременным старением и пополнением в талии мать, ни сестра Оленька, с которой у них нет ничего общего, ни брат, ни дядюшка Василий Львович. Дельвик по-настоящему близок Пушкину, он его брат. С ним вместе они прогуливаются. Дельвик – ленивец, выдумщик, который с такой легкостью сочиняет ложь, что эту ложь приятно слушать. Он сказочник. Его поэзия – это поэзия юного ленивого сказочника. Он мил Пушкину. С Пушкиным они понимают друг друга. Они видят красоту в слове, в текущей красивой русской речи. Вместе с Дельвигом, написав стихи, они посылают их в русский вестник, с нетерпением ждут ответа, когда Пушкину всего 14. О, как Пушкин разочарован, когда первым опубликованным оказывается Дельвиг. Как он кусает губы, как он бросает быстрые, горячие взгляды на своих сокурсников. Не заметили ли они, как Пушкин уязвлен? О, гордый Пушкин не переживет этого. Но, о чудо, в следующем номере русского вестника его к другу-стихотворцу опубликовано. Поразительно читать удивительные маленькие сценки, которые Тынянов, сам тот еще фантазер, домыслил, опираясь на реальные биографические факты из жизни Пушкина, его общение с дядей Василием, его общение с Петром, братом его непутевого дедушки, который бросил его мать Надежду Осиповну. Петр и Осип – братья, у них есть еще третий брат, это все сыновья
Ганнибала, арапа Петра Великого. Также один из удивительных мотивов, который красной нитью проходит через весь роман Юрия Тынянова «Пушкин», это мотив сказок, произведений Пушкина. То и дело мы видим отсылку к чему-то, что впоследствии Пушкин создал. Вот он говорит со своей нянькой Аришкой. Аришка – быстроглазая, смышленая крестьянка. Она нянька Оленьки, но с Пушкиным, с юным Александром у них много общего. Она любит приголубить его. Бедняжка, у него большое сердце, хоть он и диковат, пусть он и молчалив. Маменька не приласкает его, папенька не обращает на него внимания. Но Аришка, Аришка, та, которая станет Ариной Родионовной, она умеет приголубить Александра. Она знает, когда вовремя сунуть ему в руку пряник, который она припасла заранее специально, чтобы угостить его. И вот, например, когда вместе с Оленькой и с Аришкой они гуляют в каком-нибудь парке, в саду, Аришка рассказывает ему сказки, рассказывает ему о белке, которая грызет золотые орехи, рассказывает ему о синице, которая жила за 3-9 земель и много чего. И мы понимаем, мы читатели, мы понимаем, о, и в этот момент Пушкин как будто бы стал на путь своего будущего поэтического творчества. Вот об этом он напишет, когда вырастет. И таких нитей много. В каждый момент, каждая встреча, случайно брошенное слово, они прорастут корнями в творчество Пушкина. Итак, друзья, это была первая часть выпуска, посвященная роману Юрия Тынянова «Пушкин». И до встречи в следующей части.